Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Нажимаем на паузу и все читаем, потому что эта надпись быстро пропадает. Я вряд ли успею ее всю дочитать до конца. Добро пожаловать в Вороньи ручьи. Вот, она там пропала, но мы запаузим с вами, потом как-нибудь почитаем. Ну, я так понимаю, там написано, что это типа была бетка, что это еще не официальная версия, не полная и так далее. Значит, вы знаете уже и без меня наверняка, что Hello Neighbor 2 бета-версия 0.0 у меня сейчас, может быть, когда уже будет смотреть видеоролик, уже выйдут какие-то маленькие заплатки к бете-версии, 0.0.1, например. Ну вот, она вышла, это вот, к чему я это все дело веду. Вышла эта штучка, и мы можем уже с вами посмотреть, что она такое. Я тут уже зашел в настройки, аудио поставил, не сохранилось почему-то. Громкость музыки я уже ставил на 70%, чтобы сильно мне не орало, но почему-то, да. Так, графоний у меня фактически на максимальных поставлено, но все-таки некоторые моменты я тут, видите, у меня выключены, потому что компьютер у меня не супер мощный, но тем не менее мы с вами все равно, надеюсь, насладимся хоть каким-то контентом. Сейчас у меня ролик на официальный канал я записываю, да, а в будущем, может быть, да даже я и не может быть, я, наверное, еще и запишу на канал мой Неломоб, привет сосед, который так и называется, на него тоже наверняка запишу я какой-нибудь ролик, посвященный Hello Neighbor 2. И плейлист будет отдельный. Да, что еще хочется сказать. Ну, все, следующее, потом будет, наверное, выходить, я там где-то почитал новости, там будут еще какие-то DLC-шки потом, когда релизнится игра. Опа, мультик начальный. Лестница. Тум-тум-тум, ползет герой, чик-чик-чик, подвисает. Немножко, но мой компик не тянет, я его предупреждал. Вот, не до конца у меня все текстурки сразу прогружаются. Какой-то такой нышпорка, такой себе лезет, чик-чик. Этот фотограф, тот журналист, да? Жук-жук, чик-чик, такой жук-жук, в дырку залез. Так, шпион. Провалился, упс. Еще бы чуть-чуть, и там бы был бы ему кирдык. Навылы бы его посадило. Так, Чикс, ай. Это уже игра? Да, это уже игра. Что там в окошке? Кто там? Это пугало. Я думал, там какой-то мальчик стоит. Это пугало? Пугало мальчика? Так, это сено, в которое я упал сверху. А где мой фотик? Опа, вилы. Это эти вилы, на которые я чуть не упал. Присаживаться могу. Не, графика приятная. Я бы сказал, что она даже поинтереснее, чем была в версии первой части Hello Neighbor. Так, ну это и понятно. Прогресс. Ворон ворует каких-то детишек. Это я могу все взять? Карта какая-то. И чё? Я нажал букву И на клавиатуре. Ворон, знак вопроса. Мальчик, фотоаппарат, надо фоткать его. Чикс, посмотрел на карту и все. И все. Вот так вот могу смотреть на букву И. И потом еще раз на И нажимаю, он с этой карты уворачивается. Ладно, идем изучать. Прикольно. Плавненько так ходит персонаж. Приятно. Без каких-то таких... Опа, доску снять. Стол. Какие-то шпроты. Не, ну сохранен. Такой, знаете, стиль Hello Neighbor. Ящички. А что он такой продолговатый какой-то? Стиль Hello Neighbor присутствует. Хотя она стала более такая, мне кажется, вернее, менее мультяшная, более реалистичная. Опа, Space, перепрыгнуть. I need key. Key, замки стали вот такие уже, то есть более тоже реалистичные. Двери, open the door. Не получится так просто. Но там нужно перепрыгнуть, я понимаю, я просто изучаю, я рассматриваю все. Окошко, там какой-то дом. Идем. Опа, ключик. Ключик, шпроты всякие, лопату, бревень. О, как это, этот Нимбус 3000, как в Гарри Поттере, сел и улетел. И конец игры, оп, ключ. Взял, буква И, подсказочка. Я в какой-то сарай приземлился, да? Или хлев даже, там где коровки, или просто тут хранилище какое-то, сенное хранилище. Ключ слетел. Ключик, и пропал, верните мне мой замок. У меня этот вот микрофон внизу болтается на поясе. Пресса у меня знак. Пресса знак. Это что такое? Это Ctrl. Ты типа обучалочка, как играть, как управлять персонажем. Я понял. О, лестница. Чик-чик-чик-чик. Полез. Все, по стелсу такой себе наверх. Что за лампа? Опять прыжок наверх.
Лампу хочу рассмотреть. Не, красивенько, конечно. Этим, как его, дизайнером и 3D-модельером респектуем, респектуем. Хотя у меня опять-таки вроде как не на максимальных настройках игра. Эх. Так, что там? Открыть окно. Держать кнопку и... Чик, спейс. Пролез в окно, типа, такой себе чик-чик. О, мой фотоаппарат! Не нужно мальчика того сфотографировать, вернуться вниз снова на сено. Попробую. О, не разбился. Но у меня есть фотик. О, ворон был там! Ворон был там. Кого мы сфотографировали? О, мамочки, вот это я нащелкал. Вот это я нащелкал. Папарацци, так папарацци. Дайте рассмотреть. О! О! Подождите-ка, я хотел убегать. Я хотел дропать. Я хотел вообще-то фотографии рассмотреть. Не пускают фотографии. Не пускают. Я хочу фотки рассмотреть. Так, вот он там бежит, сбивает и меня замечает. Он что, мне помогает? Он мне помогает. Я тут хочу выбраться теперь. Он мне помогает. Он меня спасает. Он меня вы... О, этот звук... Он заснул! Это был сон! Это был сон, ребята, это был сон. Чик-чик, кофеен-то закончился. А у меня чаек есть. Он заснул. Я Кропс. Я чё там? Я Роу Кропс. Такой нос у него, прям как у меня. Это я. Я буду этим персонажем. Я буду этим фотографом. Кто будет вороном? Я буду. Кто будет этими ребятами, детьми? Пропавшими детьми? Полиция! Кто будет полицейским? Кто полицейским будет? Кто? Кто будет полицейским? Я буду этим носатым, усатым. Журналистом. Опа! О! А кто будет шерифом? Это шериф, походу. Типа со всеми персонажами нас ознакомляют, да? Кто будет А где? Сейчас и повара покажут? Покажут повара? Там был еще повар, по-моему. Пекарь. О, это забегаловка кафетерий. Показывают... О, опа, припарковался. Музеем. Может не музеем. Мне предлагают зайти в этот домик. Доски. Я могу? Мне нужно найти гвоздодер, чтобы это дело отковырять. Везде пропадают дети. Миссинг. Только перепутанные. О, это моя комната. Мое типа убежище. Мой штабчик мой. И, а что значит буква I? Нажать букву I на клавиатуре ничего не дает. Что это на часах постоянно мне выскакивает? Какую? Табуляция? Нет. Ctrl? Alt? Скроллинга? Нет. Радейко, как в первой части, только более прорисованная такая, скажем. Кейборд. Вот тут я буду программировать на Python. Вот тут я буду сидеть. Тут буду писать что-то. Код мудрый. С массивами разбираться. Со списками, боже ты мой. Так, сосед. Миссинг. С первой части персонаж пропал тоже. Дети, его дети. Дочка. Так, можно рассмотреть плакатик. Карта. Живет в этом доме. На нем завязка. На пропавшего хлопчика с первой части и двое детей. Наша комната. Мы пришли отсюда. Ну, идем сюда, на балкон. Ого, а что тут затопило все? А что тут за потопы, я не понял. Прыжок, я умею прыгать? Перепрыгнул. Я думал, сейчас упаду. Отобью себе жопу, синяков на... Боже, какой красивый! Какая красивая луна! Луна красивая! Красивая! Подождите-ка, WCB4,
ТВ. Угу. Это типа отделение журналистов этого, вот, да? Я на антенну залез, смотри. Я себе залез на антенну, а что, могу себе позволить? Тут, короче, высматриваюсь, все такое выпасаю, выпасаю. А там что-то красненькое я заметил, заметил. Так, ну а что я тут? Если я туда прыгну, а ну-ка разобьюсь, че не? Не, вроде норм, живой. А где я? А, типа умер и появился опять тут. Значит, написано WCB4TV Yaron Krops Nibar. Типа газета местная, чешо. Так, идем дальше. А что у нас тут? А что это? Опа, здорово! Ааа, укусил меня за ногу. Ты что, меня укусил за ногу? Он меня туда не пускает? Он меня туда не пускает? Ах ты ж адский ворон! Почему он меня туда не пускает? Типа бета? Бета? Типа из-за беты? Ах ты ж гад такой. Меня туда не пускает ворон. Вот и гниль такая. Смотри, о, полицейский участок. Хоть сюда можно, могу зайти. Позырить, что тут. Мужики, здорово. Что у вас тут за тачка? Можно посмотреть? Замок на машине. Смотри, замок реально на машине висит такой. Чтоб ручку не дергал. Двери. Там кто-то оукнул. Идем внутрь, в полицейский участок. А, тут произошло преступление. О, полицай. Эй, полицай, привет. Я у тебя ключ украл. О! Он меня словил. Вот, блин, полицай меня споймал. Нужно найти способ, как его отвлечь как-то, чтобы он меня... Хм, согласен. Хм. Здравствуй. Ой, уходим. Он меня ловит? Хо! Как сосед прям. Хо. Ну, у него с пояса как-то надо ключ тащить и тачку у него стырить или что? Или что? Или что? Идем посмотрим через задний двор. Пум-пум-пум-пум-пум. Ворон, смотрите-ка что, они понаделывали тут всяких этих воронов, которые не позволяют тебе двигаться в какие-то места туда, куда ты хочешь зайти. Ох, эти разработчики, слушай. Опа, если я вот так перелезу? О! О, черт. Это колокольчиком я, по-моему, его отвлек. Внимание. Он туда побежал, я правильно понимаю? Что здесь можно украсть? Он меня ловит без конца и края. Там можно как-то спуститься к нему в подвал, кажется. А что здесь еще есть? Или это все на этом типа бета заканчивается? Да! То есть я могу только с полицейским сейчас тут взаимодействовать, больше никак. Это единственное наши возможности пока что в этой бете, да? Хотя тут тоже какой-то дом большой. Везде будет ворон меня останавливать, я так понимаю. Я единственное, что могу, это как-то с полицейским как-то его надурить, как-то его отвлечь. Но у него ключ на поясе. Может, я должен тихонько подкрасться, у него ключ тащить с пояса и открыть машину? И, может быть, он выбежит на двор, а сзади... Ну, давайте попробуем так, тихонько подкрадываться. А где он вообще? Ой, он меня заметил! Уходим. Он бежит за мной? Остановился. Ушел. Он меня замечает моментально. Сигналку его нельзя портить никак. Как я могу еще его отвлечь внимание? А что с этой стороны? Только что никакого фонарика не дали мне. Вот тут темно. В окно бы как-то залезть. Решетки везде висят. Двери открытые, закрыты. А где он вообще стоит? Вот он меня заметил, а я ухожу. Колокольчик его отвлекает, хорошо, я понял. Надолго его отводит. Он тут звенит колокольчик. А уже колокольчик не будет его отвлекать, может, дверь уже открыта. А ну-ка, поизучаем здесь. Что у нас тут? Какие-то улики, может? Шкаф есть? Сейчас вместо соседа полицейский уже у меня. Вот он там. Шкаф могу? Хоп! В шкаф могу заныкаться. Правда, анимации, как я залажу, в шкаф нету.
Но уже что-то. Опа, ванна. Она не шумит? Ну да, брызги такие есть себе. Такие. Такие себе брызги. Ну, ну типа, графика приятная, но брызги недоработаны. Бета, 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 бета. Закрыто. А это что за дверь? Спальня. Я пробрался. Это дом соседа, что ли? Где произошло преступление? Что тут за книжечка? Какая-то женщина нарисована. Шкафчики открывать никакие нельзя. То есть уже это дело устранили. Видите, шкафчики. Ну, пилюльки вот снотворные есть с первой части. Ну, идем на второй этаж, посмотрим, что там. Интересно. Есть ли там вообще что-то? Снял что-то. А что это? Я забрал себе ее? Или просто снял? Видимо, просто снял ее. Я ничего не вижу, тут темно. Иду вперед, не знаю куда. Ну вот лампа как будто бы. Почему она не зажигается? Почему она не зажигается? Мне тут ничего не видно. Как... О, я хожу в темноте, не знаю зачем. Нужен фонарь, тут нечего делать. Тут ничего не видно. Я не знаю, зачем я здесь сюда забрел, но мне кажется, это лишнее. Я уже чувствую, что это лишнее. Идем отсюда. Мне кажется, надо все-таки ключ у него как-то украсть. Как мы можем его еще отвлечь? Давайте подумаем. Ну, во-первых, колокольчик, да? Во-первых, колокольчик. У нас есть возможность подергать. А что это за дверь? Она почему-то вообще закрыта. И в замочную скважину не разрешают смотреть. Если ты ленточкой ношусь. Или это доска, это доска. Это не ленточка, это доска. Ну, иду к колокольчику дергать его. Его попытаются сюда отвлечь. Вот отвлечется ли он, я не знаю. На колокольчик. Должен, по идее. Можно дверями еще хлопнуть. Он ушел, видите? Но ненадолго, походу. Ну залазь же! Есть, я в подвале каком-то. О, костюм! Я нашел костюмчик. Ключ еще надо у него украсть, у этого полицейского. Я нашел... Ломик. Ой. Ломик. Хе-хе. Я теперь могу какие-то доски сломать. А где были доски? Зайчик, какой милый зайчик. Кубики. Кубики. И куда я сейчас... Ага, ага, понял. Так долго ломает. Открываю. О, могила какая-то. Зайчики, игрушки. А я так и не понял, а что было бы, если миссинг плакат. Что-то он как-то подвис. Это вспоминание его? Я обратно вернулся в свою конторку. О, там где мне ломик нужен. Опять какая-то информация появилась. Как эту информацию смотреть? На какую кнопку? Ого, табуляцию задержал я. Чик, чик, чик. Ломик. Открываем. А что было бы, если бы я все-таки у него украл этот ключ и попал бы в его автомобиль полицейского? Хм. О, это, по-моему, прибор для слежения, если я... Вот, чик, чик. Выбирать. Что хочешь выбрать? Камера и прибор для слежения. Моя кровать. Мы можем сделать утро себе? А, или он... О, он реально лег спать. Наелся и спит. Фу. А оно сохраняется, игра как-то? 8.03 писала на часах. О, утро наступило. Но это ж намного интереснее будет, проще играть. Я люблю, когда утром. Ночью тоже прикольно, но типа не очень видно. Так, у меня появилась камера слежения. Может быть, теперь меня пустят в другие локации? О! А вот и соседа дом! Заметил меня? Спрятался. 8.33. Опять информация. Да что ж такое? Что это за информация? Может быть, это она связанная с этим информация обновляется? Так, соседа дом. Двое детишек. Миссинг и его дом. Наверное, это
Двое детей пропало, галочки стоят. Какие-то у нас... Вот меня наверняка сюда опять не будут пускать. Но мы с вами играем 20 минут, я думаю, что, в принципе, для первого... О, уже пускают меня в кафетерий. Булочник, привет. Круассанчики готовите, да? У нее ключ большой в виде какого-то рогалика. Радио. Опа. Ничего себе. Нельзя открыть, там у нее выпекаются кексы. Не, ну тут много еще можно чего записать интересного. Ой, нас заметили. Она меня задушила своими рукавицами. Попробуем разбираться с вами в следующем видеоролике. А на первую часть, я думаю, хватит. Увидимся в следующем видеоролике. Ссылки в описании на плейлисты. Вернемся еще в эту игру и поиграем. А пока что все, с вами был Нелобоб и игра под названием Привет, сосед 2. Бета-версия, бета-версия V.00. То есть вообще самая-самая первая. Все, всем пока-пока.